По мнению российского эксперта, своим поведением Армения может добиться только нового военного конфликта. Как передает Азия Ас, политолог Александр Разуваев прокомментировал порталу «Москва-Баку» вопрос невыполнения Армении пунктов ноябрьского трехстороннего заявления 2020 года. «Я бы сказал, что у Армении женское поведение. Я хочу, и все. А если мои хотелки с реальностью не дружат, тем хуже для реальности. Надо понимать, максимум чего может добиться Армения, это нового военного конфликта. Но тогда для нее поражение будет еще более разгромным. Она потеряет все». Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.